В городском плавательном бассейне «Дельфины» идут работы по установке современной системы фильтрации воды. Старые насосы, потреблявшие огромное количество электроэнергии, заменят на более экономные. Кроме того, бассейн оборудуют новой системой вентиляции, которая позволит избежать образования сырости. По словам администрации, этот этап модернизации бассейна является самым важным и необходимым. Все работы, которые были произведены на данный момент, все изменения, что касается акустической системы, шкафчики, там, Wi-Fi, это люди могут свободно увидеть, оценить. Но более важные задачи, более дорогостоящие работы, которые сейчас ведутся на данный момент, это является система вентиляции, которая обеспечивает подачу свежего воздуха так в большом бассейне и в маленьком бассейне. И фильтрация воды тоже важна, то, что люди сейчас не могут увидеть. Мы сейчас на данный момент работаем над этим. И в будущем будем иметь хороший результат, хорошее качество воды. В данный момент у нас сейчас ведется работа по установке системы вентиляции. Это агрегат, эта система будет обеспечивать приток теплого воздуха для того, чтобы была правильная фильтрация воздуха. Будет соответствовать всем нормам, которые являются по санитарным нормам. Это у нас новые фильтра, которые будут обеспечивать чистку воды. Планируется где-то в феврале, чтобы эта система заработала. Будет заменен сам фильтрационный реагент. Если у нас реагент местного производства, который обеспечивает фильтрацию воды. В данный момент по старой системе у нас есть кварцевый песок, который обеспечивает всю фильтрацию. Мы еще будут установлены новые насосы, которые по расходу электроэнергии потребляют мало. Сейчас работают на старых типов фильтров. Насосы потребляют очень много количества электроэнергии. То, что опять лишние расходы. На замену систем фильтрации воды и вентиляции затрачивается около 300 тысяч леев. Модернизация проводится на личные средства школы плавания.